Итоги общей ревизии подведут 1 сентября, а вот о причинах происшествия в «Глобусе» уже можно говорить с полной уверенностью. Расследование завершилось. Как оказалось, не выдержали пластиковые крепления. Зданию торгово-развлекательного центра всего 6 лет, однако за такой короткий промежуток времени строители уже успели отказаться от технологий, которые были применены во время возведения перекрытий в «Глобусе». Гарантийный срок службы таких креплений около 2 лет. После проверки торговый центр вновь открыли. Об этом на экстренном совещании сегодня рассказал заместитель главы Новокузнецка по строительству Евгений Бухман. Администрация города, она запрещала работу, и вы видели, что торговый центр не работал до тех пор, пока комиссия не убедилась, что есть акт отследования, официальное заключение, значит, уполномоченными организациями на эти виды работ. Как только это, значит, появилось, было дано разрешение на работу.